В Архангельской области задержаны подозреваемые в сбыте синтетических наркотиков. На автодороге вблизи деревни Пянда Виноградовского района полицейские остановили автомобиль, в котором находились двое северодвинцев. Там обнаружено два пакета с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что это производная N-метилофедрона общей массой свыше 600 граммов. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Было установлено, что злоумышленники перевозили оптовую партию наркотических средств из Волгоградской области с целью дальнейшей реализации на территории региона. Есть основания полагать, что задержанные также могут быть причастны к незаконному сбыту наркотиков бесконтактным способом через интернет-магазин.